«Союз нерушимый». Добрый день, слушатели программы «Союз нерушимый» на часах 13.07. И вас приветствует ведущий Азиз Агаев. И Владимир Сметанин. Очень, очень интересная и красивая обстановка сейчас в студии. Вот наш редактор нашего сайта, я имею в виду Дарья Топузлиева, сейчас активно фотографирует те экспонаты, которые у нас на студийном столе. Эти фотографии обязательно появятся на нашем сайте echokirova.ru. Я так сейчас предупреждаю сразу и настоятельно рекомендую потом все это посмотреть, лицезреть собственными глазами. Удивительная сегодня, по-моему, история у нас в программе «Союз нерушимый», да, Азиз Алиевич? У нас были музыканты, были, у нас были представители религии, у нас были представители диаспор. Ну, почему были? Я надеюсь, что мы еще... У нас были певцы и будут. Будут, да, будем еще долго жить. А вот рукодельниц, если можно использовать именно этот термин, у нас, по-моему, в студии еще ни разу не было. Да. Сегодня у нас в студии... Ну, как это, вот творческая группа, квилт-студия, вот они так себя называют. Я еще спрошу, что такое квилт-студия. И называется это квилт-студия «Тропинка». И существует она в областном доме народного творчества. Да? Это наши вятские творцы. Мастерицы. Мастерицы, да. И, правда, вот сидеть вокруг этого великолепия, и все время хочется улыбаться, глядя на эти. Да, потому что мы знаем, что там огромное душевное тепло, безусловно, заложено вот в эти вещи, в эти изделия. Быть может, они с практической точки зрения, ну, как-то не всегда, да, их можно найти, им рациональное применение, но, безусловно, это то, что украшает, то, что радует, то, что дарит тепло, и сразу же вот с благодарностью за ваше творчество хочется обратиться. Спасибо вам. Сейчас мы, я надеюсь, подробно очень поговорим о вашей такой работе. Итак, у нас в студии сегодня, да, представим наших гостей. Лия Алексеевна Пустовойт, она руководитель, значит, этой квилт-студии. Здрасте. Здравствуйте, Алексеевна. Добрый день, да. Галина Константиновна Буторина. Ну, вот все время ударение на О. Буторина, да. Да, вот я хочу Буторина говорить, но вот приходится Буторина. Вот, участница квилт-студии «Тропинка». Вероника Владимировна Устюжанинова, участница квилт-студии «Тропинка». И Екатерина Борисовна Воронина. Да. Еще одна участница. Да. Всем вам здравствуйте. Здравствуйте, да. Мы знаем, что вам было непросто найти время для того, чтобы вот именно сегодня прийти в нашу студию, в прямой эфир, так собраться. Понимаем, что много дел сейчас. Но спасибо все-таки, что удалось. Да, тем более еще сегодня какое-то у вас мероприятие, да? Да, у нас сегодня открытие выставки. Опа! Рассказывайте сразу, да. Да, сегодня открывается первая выставка в этом сезоне. Она посвящена 45-летнему юбилею нашего клуба художников, к которому мы имеем непосредственное отношение. Поэтому мы после нашей встречи туда последуем. Где она? Она будет в УДНТ. У нас свой зал выставочный замечательный. Она будет в 17 часов. Начало в 17. И сколько она будет работать? Она будет около полутора месяцев. Ага. Вход свободный или плата существует? Вход, за условную плату. Чисто символическую, как принято говорить. Да. Ну вот я еще хочу слушателям, может быть, напомнить, если вы следите за культурными новостями нашего города, то, например, вот из года в год, я об этом слышу, у нас проводится в городе выставка под названием «Чудо лоскутное». Вот это уже такой некий бренд, можно сказать. Да. Бренд вашей студии или это... Это постоянное название нашей выставки. Да, я знаю, что оно достаточно большое внимание привлекает горожан. И вот «Чудо лоскутное» — это как раз квилт-студия «Тропинка». Да. Вот такое открытие я сегодня сделал. Так. В этом году выставка уже была? Была. В марте месяце каждого года бывает выставка ежегодная. Значит, сейчас до следующего марта. Раз в год. Весной. Собственно, природа расцветает. И оживает. Мы готовы. И чудо-студия. Ей помогаете вот этими многокрасочными своими работами, да, собственно, ей помогаете. Так, Азиз Алиевич, вы про квилт-студию. Я очень хотел, почему квилт-студия? Квилт. У меня ассоциируется это со звуком квилт. Это что-нибудь, какой-нибудь танец такой, понимаете, такой веселый. В нашем смысле это танец, это рукоделие, это работа с лоскутом. Квилт-студия, квилт — это работа с лоскутками. Конечно, англоязычно, сейчас к этому уже мы привыкаем, хотя не очень любим. Вообще мы, конечно, студия рукодельниц, которая занимается лоскутным шитьем. В том числе, конечно, львиная доля — это традиционное лоскутное шитье. Ну, квилт-студия «Тропинка» — такое звучное название, которое зачастую нам приходится употреблять в поездках, сокращенное, такое быстрое,
собственно, наше название. Ага. Ну, вопрос у меня сразу. Да сразу, извините. Давай, давай. У меня тоже. Да. То есть это хобби можно, да, называть? Ваше хобби? Безусловно. Ваше хобби. Но я хочу спросить, почему вы хобби занимаетесь не по отдельности, там, каждый у себя дома, а именно вместе? Вы приходите, вот вместе собираетесь. Да. Что это вам дает? Почему именно такая форма? Я подозреваю, что здесь есть какие-то исторические еще причины. Не могу сказать насчет исторических причин, но у нас квилт-студия — это школа лоскутное шитье еще одновременно. А школа подразумевает большое количество учеников и обучение по специальной программе, по специальной методике. И мне посчастливилось эту школу возглавить 15 лет тому назад. В 2003 году как раз. Правильно, да. И с той поры я, безусловно, счастлива со своими ученицами, с новыми и с теми, кто уже ветеранами называется у меня. Команда огромная. И я считаю, что это очень популярно в нашем городе. Угу. Вот. Мне хотелось бы, чтобы прозвучало ваши слова о том, вот исторически, о лоскутное шитье. Это что вообще? Откуда это? Это что за культура? Культура очень давняя, да. Если не сказать древняя. В раскопках что-то было еще найдено, но вот в современной истории очень часто первенство лоскутному шитью все-таки отдают Англии. Угу. Американцы сами говорят, что они первые придумали лоскутное шитье. Спор идет. Американцы везде говорят, что они. Да. И вы знаете, несмотря на то, что государству 300 лет. Да. Вот именно. Мы на этот спор смотрим так немножко полушутя, потому что у наших старообрядцев в свое время давным-давно, еще вперед американцев, были найдены при раскопках лоскутные изделия, на которых они молились, так называемые молельные коврики. Поэтому кому принадлежит пальма первенства? Еще тот спор. Но вот наше лоскутное, ну, вятское, русское, не знаю, оно несет, наверное, конкретно отпечаток русского народного творчества. Конечно, конечно. Почему мы зовем? Мы лоскутницы. Традиционную лоскутную мозаику мы изучаем очень серьезно. Это наша любовь. На вятке-то глубокие вообще корни вот именно корни этого вида мастерства? Корни лоскутного шитья в России вообще глубокие. России глубокие корни. Особенно это развитие получилось, когда швейные машины начали в конце 19 века, в начале 20-го. Когда, собственно, уже облегчилась задача, да, все это? Да, и ткани вместе, уже тогда появились. Угу. Вот. А волна такого современного лоскутного шитья очень сильно накрыла нас с 1970 года, когда некая Людмила Бокова приехала в Иваново и научила своих соратниц вот этому. В город невест. В город невест, она сама оттуда, но американка ныне. Научила так, как это делается в Америке. То есть мы просто должны были вспомнить, чем мы всегда занимались. И это произошло. И вот смотрите, вот сейчас Вероника перед нами выкладывает образцы традиционного лоскутного шитья. Да, я вот не знаю, в камеру что ли показать. Это платочки? Нет, это образцы. Да. На чем мы учимся? Понятно. То есть, учебный материал. Здесь, собственно, методика показана, как это делается, да можно сказать? Да. То есть это вот, как это называется, как это вы сказали? Блок, лоскутный блок. Ага. Лоскутный блок. Традиционные, в принципе, Алексей, американские. Здесь первый курс, Вероника демонстрирует образцы своего первого курса. И здесь действительно происходит изучение азбуки лоскутного шитья, традиционной азбуки русской лоскутной. Это американские квадраты, так называемые по-нашему колодцы. Я вспомнил слово «алгоритм». То есть определенный алгоритм присутствует. Безусловно. Да, в этом творчестве, каждый блок — это своя техника. Ну и, конечно же, свои секреты. Установка цвета. Огромное значение имеет постановка цвета. Это мы уделяем тоже немалое внимание, потому что основные ошибки все-таки бывают в цвете, а не столько в технологии шитья. Цвет — это наша основа. Алексей, ну вот вы, ваша группа, я знаю, что вы много путешествуете по России, участвуете в разных там выставках, фестивалях, конкурсах там, и так далее. Но не просто конкурсы, вот я читаю как раз диплом «Открытый международный фестиваль лоскутного шитья». Quilt Fest 2018, большое лоскутное дефиле, в общем, формат международный, да, мероприятие. Когда это в этом году, да, проходило, и где непосредственно? В Москве. В Москве, и вы получили
Это диплом какой степени получается? Это победитель? Диплом участника. Диплом участника. Бывает и в степени, бывает и участника. Все бывает. Участвуем много. Ездим хорошо. Это просто один из последних. Просто я смотрю на генеральных партнеров фестиваля. Тут, знаете, много известных очень брендов. В общем, да. Интересно. Да, и вот... Вот мы сейчас заговорили, Россия ведь большая, и в России есть много народов, которые живут испокон веков на территории России. И вы много видели вот каких-то такого вот искусства с национальными особенностями? И что-то было среди этих, скажем, образцов или экспонатов, как это назвать-то еще, чтобы вас вот привлекло, поразило, чтобы вы привнесли в свою студию своим ученицам? Да. Конечно, когда ездишь на фестивали и на выставки, в первую очередь ты учишься. Проходишь разные мастер-классы, беседуешь, знакомишься. Это учеба. Для меня, как преподавателя и руководителя, это в первую очередь учеба. Учиться нужно всегда. Да, безусловно, техники разных народов привлекают внимание. Я могу сказать, что очень активно сейчас себя позиционирует Республика Саха. Да вы что, да. Якутия. Якутия. Регион богатый, конечно. Подожди, причем здесь не алмазом же они шьют, даже если регион богатый. А вдруг, в колодец кладут, да? Так, надо образцы взять. Народ, наверное, богатый, они, наверное, на самолете на своем прилетают к нам на фестивале и привозят очень много подарков. Как-то был случай, прошлый год в Суздале они угощали нас олениной. Ясно, что они оттуда привезли. И кумысом, и еще прочими другими угощениями, которые мы никогда не пробовали. Какие и все молодцы. Это, наверное, на самолете они привезли, а не так просто, всего, правда? Так, да. Да. Народ не только богатый, богат он еще в первую очередь своими традициями. И надо признать, что традиции Республики Саха, они представляют лучше, чем кто-либо в нашей необъятной России. Чтут, представляют и умножают. Ну, общероссийские традиции, да, да. Лоскутного шитья? Вот, свои. Канонические. Свои. Свои. То есть свои специфики тоже есть. Да. Безусловно. Республика Саха. Это использование, в первую очередь, не простых ситцевых тканей, а драпов. Драп, сукно, то есть такие материалы, оленей мех включается, совершенно верно. То есть то, что присутствует у них в их непогоде. У них есть специфические технологии. Между двумя слоями драпа выглядывает узкий кант, который просто невозможно на первый взгляд представить, как это можно вработать. Однако они очень подельчивы, они очень общительны, народ Якутии, и они рассказывают нам, как это делается, учат нас, поэтому с ними общаться очень интересно. Я, признаться, Исалий, сейчас немножко непривычно себя чувствую. Почему? Я как человек... который считает, что дружит достаточно с молотком, топором, дрелью и перфоратором. Про рукоделие, про лоскутное мастерство сейчас. Я, в общем, въезжаю потихонечку. Мне, конечно, безумно это все нравится. Да, а вот у меня такой вопрос. Вот то, что мы видим сейчас на нашем столе, очень много изделий, изготовленных вашими руками, все очень яркое, дарящее только положительные эмоции. И вот смысл-то этого всего действительно дарить человеку радость, именно хорошие какие-то ощущения, а вот какие-то трагичные нотки вообще не затрагиваются. Нет. Вот в целом. В русском лоскутном шитье мастерстве. Совершенно вы ответили сами на свой вопрос. Да. Дарить радость. Дарить радость. Это первое. Угу. Дарить ей радость, уют, тепло в дом. Обеспечивать свою семью теплыми одеялами, одеждой. Все это лоскутное шитье. Оно очень многолико. Предметы быта, одежда. А какие-то традиции, вот, связанные с жизнью, вы, наверное, как бы, да? То есть, ну, скажем, когда девушка начинает учиться лоскутному шитью? В настоящий момент... Исторически, да? Исторически они учились тогда, когда, собственно говоря, лет 9-10 садились с мамой или с бабушкой за швейную машинку или за ткацкий станок. В настоящее время дети немножко увлечены другим, но радует то, что в студию к нам приходит все больше и больше молодежи. Это очень приятно. Так что... Молодежь, а возраст? Молодежь, я подразумеваю такой возраст. В основном для меня молодежь — это люди от до 30 лет. До 30. Это представительницы прекрасной половины. Прекрасной половины, да. Мужчины-то есть у вас в студии? Мужчины в студии редко появляются, но метко. Алёша Шафеев однажды, такой ученик знаменитый, он сейчас на всю Россию известен, пришел уже в возрасте 60 лет. Вот это да. Да, и начал учиться наравне с девочками, вот прямо сидя за партой, чем подтянул очень хорошо группу.
группу женскую, нашу до уровня более женственной, наверное. И этот Алёша Шафеев за 4 года своего обязательного обучения, у нас школа не одного года обучения, достиг определенных высот, а самое ценное, он взял на себя миссию представить культурное лоскутное шитьё Татарии, будучи представителем этого народа. О. И сейчас... Это для них вообще ноу-хау какой-то? Нет, у них есть лоскутное шитьё, но оно специфично. Во-первых, у них свой выбор цвета, свои технологии. Специфика национальная. Да. Самое, что ни на есть выразительное. Это было сразу заметно. И как будто он специально для этого и научился, чтобы впоследствии в своей жизни, видите, он пришел зрелым человеком уже, заняться именно тем, чтобы прославлять культуру Татарии. Вот на этом поприще. И ему это удается. У него скупают работы музеи. Он часто ездит в Татарстан, в Казань, он там выступает. Но он знаменитый человек у нас теперь. А вообще он слесарь завода Лепси в бывшем, недалеком. Так что вот такой ученик знаменитый у нас. Работал человек с слесарем. Да. Решил, дай-ка я поучусь вот этому лоскутному мастерству, и смотрите. Но он такой дружит и с головой, и с руками, Лёша. То есть ты прагматичный человек. Человек грамотный, прагматичный. И я бы сказала, что ему удалось поймать тонкость, что не дается иногда мужчинам, тонкости лоскутной шитья, ему это удалось. Давайте дадим возможность руководителю квилт-студии Лилии Алексеевне немножко передохнуть. Я хотел бы услышать каждую из представленных у нас участниц. Екатерина Воронина. Пожалуйста, перед вами микрофон. Катя. Она хочет последний. Да, Катя, пожалуйста, как вы пришли, собственно, в это? Когда вы начали этим заниматься? Что это вам дает? Вот небольшое представление. Ну, во-первых, пусть Екатерина продемонстрирует платье, в котором она находится сейчас, да? Да, это... Так, в полный рост. Вот. Я думаю, что фотография этого платья у нас будет. Видеосъемка сейчас у нас идет, передача. Да. Обязательно потом зайдите очень на сайт hakirova.ru, посмотрите платье. Это и вот видео. Это платье вы сами шили? Да, конечно. Сколько времени ушло на изготовление этого всего? Я так не могу сказать. Ну, год-два, месяц. Нет, это, наверное, за месяца-два. Месяца-два. Сколько? Это была ваша задумка? Это платье из коллекции. В коллекции у нас сколько платьев? Наверное, 8. Наверное, 8. Коллекция. Угу. Вы совместно делали эту коллекцию? Да, у каждой свой наряд в этой теме. У нас очень много коллекций, и каждая участница коллектива делает себе костюм сама. И само платье, сама основа тоже это ваших рук дело, да? Да. То есть сами это все сшивали, а потом вот эти все украшения уже. Сколько вы занимаетесь этим творчеством? Вот буквально на днях исполнилось 10 лет. Ох, у вас кругом юбилей. 15 лет студии, 10 лет. Вы участвуете. Почему именно эта разновидность творчества? Почему, не знаю, не вязание крестиком и что-то там еще? Ну, вязание и вышивание крестиком в детстве это было всегда. Шитье тоже было всегда. В детстве шила на машинке. Соседка пригласила на первое занятие. Я с ней пошла за компанию. Но когда я увидела Лию Алексеевну, вот я до сих пор не могу уйти от нее. И все время учитесь. Конечно. И просто безграничные какие-то, да, темы можно открывать для себя. Да. Учиться. И у вас вот к этому платью сумочка, я смотрю, да? Или как это? Такое, вот, тоже? Эта коллекция называется «Трансформация круга». Ах, вот. Ну, круг у нас центральная, собственно, да. Фигура вот всех этих украшений. Да. Вот это тоже из этой же коллекции. Да. Сейчас Екатерина вот показывает юбка, на юбку такую длинную юбку, которая у нас сейчас на плечиках висит на стене в студии. Ну, еще раз напоминаю, что у нас подробный фотоотчет будет об этой передаче. Все будет выложено. Заходите, это очень увлекательно и интересно. Вероника, пару слов о себе. Поближе к микрофону. Когда вы к этому пришли? Почему именно к этому? Ну, я помоложе немножко Кати. Я 9 лет в этом году буду заниматься лоскутным шитьем. У меня тоже случилось... Я попала со своей подружкой на первую выставку в ДНТ. Выставка была какая-то невероятно потрясающая. Там было очень много традиционных лоскутных одеял. Вот именно традиция. То есть это такое сочетание цветов, там красный, синий. И как-то это все так тепло, так все вдохновило, что вот я пошла на занятия. В итоге подружка не ходит, а я продолжаю. Понятно. А на занятии, я не знаю, первый курс, наверное, сидит и смотрит на Алексеевну, открыв рот. Каждый год они вот приходят, девочки, ну, женщины, смотрят на Алексеевну и понимают, что все хотят быть как Алексеевна, выглядеть прекрасно, всегда с позитивным настроением, всегда
с таким оптимизмом. Если бы вы знали, у нас занятие проходит по такой тематике, то есть вначале идет занятие, как бы дается домашнее задание, на следующее занятие все это вывешивается на фланерегу. На стенку развешиваются все, вот, допустим, образцы работы, и начинается вначале обсуждение. То есть, в принципе, и вот Алексеевна, она всегда найдет такие слова, чтобы человека подбодрить. Она никогда не... Ругает. Она всегда поднимает, она дает крылья. Никогда не ругает. Она не ругает, да. В том-то дело, что всегда хочется продолжать и продолжать, и совершенствоваться. Не, ну вы же знаете классические правила обсуждения. Сначала нужно хвалить, а потом уже указывать на так называемые точки роста. Педагогический прием. А вы понимаете, вот можно ведь ругать-то по-разному. А как очень деликатно и красиво Алексеевна объясняет, что вот тут вот можно было бы, наверное, что-то сделать по-другому. Ну, деликатно так. Очень деликатно. Да? И это человеку, как бы человек понимает, да, наверное, да, хочется еще, хочется сделать так, чтобы было прямо вот Алексеевну порадовать. Угу. Но... Так. А что вы о своем костюме можете сказать? Да, то, что покажите, пожалуйста. Вот я, к сожалению, своих костюмов не принесла. Это костюм Кати из нашей первой коллекции. Угу. Екатерина Борисовна, в смысле? Да, Екатерина Борисовна, которую мы сводили в Суздаль. Коллекция называется «Вятская барыня». «Вятская барыня». Ну и, соответственно, я хочу просто спросить про ситуацию, то есть атмосферу, в которой можно появляться в этом наряде. Это что, будни, это праздник, это что? Да можно каждый день ходить? Каждый день, когда мы повседневно. Приезжаем на фестиваль... Присаживайтесь, да, спасибо. Допустим, в Суздаль или еще в какие-то города, там люди носят. В Москве очень популярно лоскутное шитье. Ну, конечно, может быть, не такое яркое, как этот. Это сценический костюм. Этот сценический. Да, это сценический. Это специальная коллекция «Вятская барыня». У нас она очень яркая, она очень позитивная. Да, там на фотографиях. Вот. Это фотография. Нет, это другая. Нет, это другая фотография. Это не, ну, так, та же другая. Та же. Это «Дымковская игрушка» коллекция. Вот с коллекцией «Дымковская игрушка» мы были на фестивале во Франции, в Сен-Мариамин. И... Здесь есть? Нет, это здесь дымка. Это расслабленная дымка. Вот эта коллекция дымка побывала во Франции. Вот там как раз костюм Алексеевны. Да. Так, ладно, не останавливайтесь, рассказывайте, да. Вот мы наряду с... Это немножко другая. Мы представляли Россию с московскими... Верой Голубева. С московскими коллегами. Да, с московскими коллегами. Лена Воронова, руководитель клуба «Красный сарафан». Потом был модельер из Архангельска. Николай Терюхин. И все это было организовано Государственным Российским домом народного творчества, и курировала все Юлия Борисовна Иванова, за что ей огромное спасибо, потому что, наверное, нам было бы туда не выбраться. Мы посмотрели на уровень лоскутного шитья мирового, там была потрясающая выставочная зала. Сколько там городов было? Городов 5, наверное, близлежащих было задействовано под выставки. И было 2 дня дефиле. Дефиле показывали вот Россия и Япония. Вот, и такое, можно... В общем, важное, ответственное мероприятие международного, международного уровня. Япония привезли коллекцию кимоно. У них, оказывается, там что-то что еще типа... в Японии есть? Кимоно. То есть лоскутное кимоно? Они не лоскутное, они привезли традиционное японское кимоно. С нашей стороны было не только лоскутное шитье, не только наша коллекция. И еще традиционные русские костюмы показывали коллекцию. Вот как раз Япония показывали свои кимоно. Ну, в общем, смыслом мероприятия было блеснуть чем-то своим национальным. Что-то у нас Галина Константиновна молчит. Давайте, Галина Константиновна Буторина, вам тоже слово. У нас минутка две есть до рекламы. Ну, что я могу сказать? Я выросла в деревне. В нашем доме, в деревне, в Тюменской области. О, вы из Тюменской области. Да, деревня Мантровка. В нашем доме стоял станок ткацкий. И в нашем доме в сундуках лежали клубочки. Всякие шерстяные ниточки, всякие тряпочки. В общем, все это делала моя мама. Ткала коврики. К сожалению, мне удалось это сохранить на сегодняшний день от мамы коврик, который она ткала, или как правильно называть, на этом станке. Половики ткала. Мама, простите, всё. Какого года рождения? Мама 1908 года рождения. Больше 100 лет. Да, Царствие Небесное. Вот.
Я, конечно, около мамы это ничего, только смотрела. В детстве и в юности я вышивала только. Uh-huh. И уже в возрасте, таком более старшем возрасте... Когда дети выросли, наверное, уже, да? Да, любительски шила одежду uh-huh. для себя, допустим, любимой. Ну вот и все. Но когда... Ну, мне всегда очень хотелось вернуть традиции мамины, потому что мама шила одеяло из лоскуточков, вот тоже вот такой техники. Uh-huh. Вот. И мне очень хотелось это. И я случайно попала на выставку в 2012 году. Попала у нас в Кирове на выставку. Да. Лоскутное чудо это было? Лоскутное чудо. Как раз, да. Я там увидела массу этих одеял. У меня так... Воспоминания из детства у вас, естественно. Да. У меня просто разбежались глаза в разные стороны, и мне очень захотелось сделать одеяло. И вот я пришла в эту... квилл-студию «Тропинка». Угу. Илья Алексеевна нас всему этому научила. Угу. Платье, которое сейчас на вас, тоже можете это коллекция. Покрасоваться немножечко. Это ваших рук дело? Ну, это рук дело, тоже будем говорить, квилл-студии «Тропинка», угу. потому что я пришла... Коллективная работа. Да, я пришла чуть попозже, но вот такое красивое платье делали... Угу. Коллекция группа, «Деревянное которая... кружево России». Вот коллекция деревянная кружево России. А, то-то я смотрю, как-то резьбу по дереву напоминает. Приглядываюсь, очень. И эта идея, конечно, взята, если я правильно скажу, из посещения в город Суздаль. Спасибо. Спасибо большое. У нас сейчас будет небольшая реклама. Реклама у нас сейчас. Творчество квилт-студии «Тропинка». Мы сегодня о нем говорим. Напоминаю, что позже на сайте kirova.ru появятся фотографии и видео-версия сегодняшней программы. Обязательно зайдите. Чудесно, прям как красиво у нас сегодня. Редко такое бывает. Спасибо большое квилт-студии «Тропинка». Реклама, и скоро продолжим. Союз нерушимый. Продолжаем нашу работу. Мы беседуем и в перерыве. Программа «Союз нерушимый». Напоминаем, Азиз Агаев. И Владимир Сметанин. Да, и наши гости. Лия Пустовойт, руководитель квилт-студии «Тропинка». Студия работает в областном доме народного творчества. Галина Буторина, Вероника Устюжанинова и Екатерина Воронина у нас сегодня в гостях. Ничего, что мы в меньшинстве мужчины сегодня тут, Азиз Алиевич, нормально себя чувствуете? Я... Глаза разбегаются. Да, что-то даже какой-то вопрос интересный. Ладно, давайте продолжать. Ну, вот ваше искусство, оно имеет и чисто утилитарное, так сказать, да, назначение. Вот я вижу вот... Значит, у Вероники это сумка. Сумочка красивая. Ну. Там. И вот удобно с такими сумками ходить, вот с такой сумкой вам. То есть, или просто из-за красоты, или там вот и места достаточно. И... Хранители, любители природы, экологи тут, не знаю, молиться должны на эти вещи, по-моему. Да, и вот Галина Константиновна, смотрю, перед ней такой коврик. Хочешь, можно назвать и молитвенным при желании. Потому что он такой мягкий, красивый. Ну, видимо, когда молитвенный, там, наверное, особые там какие-то знаки, узоры, да, там размеры знаки, особые. Там, да? здесь, а сейчас просто птичка. Да. Ты, кстати, сегодня в течение программы вот неоднократно, да, мы говорили, что лоскутное дело. А почему именно этот предмет, он как-то вот... Да. Это классика жанра. Центральный, да? Да, это классика жанра. Одеяло вот было принято. Именно одеяло. Пришло к нам истори, потом коврики, которые закрывали сундуки Липачиха. С приданым в том числе. Да, в том числе с приданым. И вот эта вот эта история, она остается классикой. А все остальное мы уже добавляем сами. В том числе этот чайник, который вот передо мной стоит. Все ну, это... скорее всего, это, ну, если Володя как сказал, что я там инструменты какие-то, он, может быть, для гвоздей бы использовал. Для гвоздей. Так сказать, для захлёбок. Этот чайник, наверное, это используется. А мы для конфет. Вот видите. Для конфет. Ну, великолепно смотрится, конечно, на столе. Да, как на столе было бы красиво, да, на чайном столе. Да. Сколько времени вот уходит на это все, как раз-таки вот с точки зрения работы? По-разному. Но мы работаем с большим удовольствием, и нам кажется, что мы быстро делаем. Угу. Потому что затягивать работу нет смысла. У нас опережают новые идеи.
новые задачи ставятся. Поэтому мы стараемся быстро работать. Тут, наверное, нужно еще пересиливать себя. То, что придумал, надо довести до конца сначала, а потом уже приступать к новому. Вы знаете, если бы эта работа была с тем, что пересилить себя, мы бы, наверное, не занимались. Это, в первую очередь, удовольствие огромное. Удовольствие. Так уж без волевых каких-то усилий. Без. Ясно. Вот хочется еще спросить про наши традиционные вятские мотивы. Как они отражаются в вашем творчестве? Ну, вот я вижу, да, эти работы. И дымку мы уже упоминали, но... Просто дымка, она вот, ну, как-то мы уже ее подустали, наверное, от нее. Она везде, вот, а мы сейчас ее в городе видим, там, здания, дома в дымку украшают. Вот, и как-то задаешься уже вопросом, ну, что, разве кроме дымки-то у нас ничего и нету? Вот вятские мотивы все-таки, это ведь не только дымка, да? Для себя мы, конечно, дымку определили. Кукарское кружево тут, конечно, можно там вспомнить, но это уж так. Видите, кукарское кружево само по себе. Его в лоскуте особо не отразишь, и из кукарского кружева ничего делать не будешь. Это кружево и есть самодостаточное. Ну, конечно, дымка — это все-таки дымка. Она всегда у нас на первом месте. По ней нас знают во всем мире. И поэтому к ней любой художник продвигается любыми методами. И это, в общем, неудивительно. Это даже, наоборот, по-моему, хорошо. Это весело, это красиво, и за это нас как-то даже уважают. Но, наверное, раз мы здесь, жители Вятки, мы все равно черпаем вдохновение из своих источников и корней. По-любому, чтобы не было дальше, мы все равно отсюда генетически все берем. Угу. Так что наши краски, может быть, не очень яркие северные, это наши ткани, это наш образ жизни, он все равно отражается в каждом лоскутном изделии. Угу. Так что мы по-любому идем верным своим путем. Ну, а вот у вас, вы говорили, Алёша, как его? Алёша Шафеев. Шафеев. Вот он пришел к вам и привнес как бы царские мотивы. Да. И, наверное, у вас еще такие были какие-нибудь образцы? Кто-нибудь еще? У нас, потому что мы-то национальный... вот с Володей ведем передачу, у нас тут кто уже только не побывал, да, из народов живущих, даже африканцы. Были. Значит, и китайцы. Да. И китайцы, и кто угодно теперь уже живет на нашей вятской земле, да? А у вас много учеников... Иностранцев. Других национальностей. Ну, это не обязательно издалека откуда-то. У нас же и марийцы, и удмурты, и татары, собственно. Да, они все уже перемешались, они все такие, как русские, поэтому о себе много не заявляют, но когда присмотришься к их работам, сразу понимаешь, что они живут уже другими какими-то красками, своей культурой, и это очень уважительно. Потому что свое надо обязательно представлять. Но смешанное. В чистом виде я могу сказать, что только Алёша Шафеев у нас такой вот предводитель своего дворянства. А все остальное как-то так уже размыто. Вот. Но как бы отражается. Отражается, ощущение. Да. Ученица из Прибалтики, она работает в холодных красках. Она уже просто другие не принимает. Да. Немка, она работает по-другому. Тоже посмотришь и уже уважаешь ее труд. Ну, татары и марийцы, они, конечно, существуют везде. Удмурты здесь у нас есть. Привносят свое. Хотя им говоришь, что там вот так-так поставить. У них все равно свое выскакивает. И это становится лучшим вариантом. Сколько татарам не говори, все равно по своему. Ах ты, Володя. Ну, у нас живут и жители Дагестана, с Кавказа. Кавказа, да. Да, они была. Они замечены Этери в ваших рядах. Вот, была замечательная ученица, грузинка. Была она и есть, просто сейчас уже в свободном плавании, не ходит так часто к нам на занятия. Этери Двалишвили. И чем отличались ее произведения? Ее произведения отличались тем, чем отличается грузинский народ от нашего. Угу. То есть роскошные ткани, красивое их представление. Женщина, это должно быть красиво. Это вот прямо с рождения у них. Это должно быть женственно, мягко. И как-то так, чтобы сразу видеть вот эту красоту именно народа. Это богатые ткани, это блеск, мишура. Это доскональное использование вот любого материала в качественном виде. То есть все доведено до уровня. Это трудолюбие огромное. Это выполнение всегда на пятерку и на отлично. Ее работы ни с чем не сравнишь. Давненько она уже занималась долго, но никогда не забудешь таких замечательных девочек. Ну, может, она еще вернется, вот услышит передачу. Она занимается и вне коллектива. Почему все время быть приписанным к УДНТ? Они могут разлетаться. Это обычное явление любой семьи. А почему ваша студия не разлетается? Потому что я там работаю. На вас все держится. Значит, все-таки. Есть в коллективе какая-то творческая, быть там, кто-то. Да.
душа, да, да. Которой люди стремятся. И, конечно, угу. ваша притягательность, само собой, но, видимо, вот общение в коллективе, да? Оно дает очень много для обучения. Коллективное обучение – это мощь большая. Самостоятельно вот обучиться нельзя. Галина Константиновна про это хочет сказать. Добавить? Нет, я только хочу сказать, что набираешься художественного вкуса, потому что если когда не художник, очень сложно творить какие-то изделия, а все-таки посмотришь, как у других, как другие делают. Я вот слышал, что вы недавно и в шляпном фестивале участвовали. Мы имеем в виду фестиваль, который прошел в Вятских Полянах в начале августа. Международный фестиваль шляп, да. Да? Да. Лея Алексеевна, вы руководили Ваша миссия изготовлением? Нет, как раз вот там не было никакой моей миссии. Девочки съездили несанкционированно, а просто так сами. Несанкционированно? Нет. Просто так им захотелось. Но я всегда рада, когда они выходят за границы, так скажем, наших обычных программ. Так что нет, головные уборы были там наши замечательные, Ларисы Сметаниной, «Золотой ладошки России», а девочки подготовили костюмы времен НЭПа. У нас была такая коллекция, свежие. И тоже лоскутные. Конечно. Непа, да, одна из таких интересных эпох. Да, то есть и у вас теперь есть вот такая коллекция. Есть. Как она называется, эта коллекция? Прошлое настоящему. Ну вот у нас все время связь идет такая. Прошлое настоящее, то есть костюмы времен НЭПа вот в лоскутном шите. И вот на выставке вы будете это демонстрировать? Мы это периодически демонстрируем в поездках Суздаль, Москва, вот туда, куда мы ездим на фестивале, мы свежие коллекции всегда показываем. Ну и у себя в ДНТ у нас в декабре месяце будет дефиле лоскутной моды. Это тоже ежегодное мероприятие, которое очень популярно в городе. А как-то вы оповещаете о том, что вот у вас в Кирове будет? Знаете, у нас настолько много учениц, что нам не нужна дополнительная реклама или афиши. Все это расходится. Ну так или иначе, мы сегодня говорим, это уже в каком-то смысле реклама. Да. Придет к вам после программы. В декабре. Да. Минута у нас остается. У меня какой-то такой серьезный вопрос назрел в конце. Но уж извините, что на такой серьезной ноте будем завершать. Но просто в современное время мы очень часто говорим об угасании каких-то традиций, да, о том, что мы теряем безвозвратно. Скажите, пожалуйста, вот это творчество лоскутное, оно будет жить покуда? Покуда мы все живы, и мы будем передавать это молодежь. Да. Это не исчезнет никогда, уверяю вас. Это самое демократичное искусство, самое доступное, самое универсальное для любой женщины. Оно никогда не угаснет. А есть ли в настоящее время, не знаю, в каких-то профессиональных, может, учебных заведениях курсы знакомства, хотя бы какое-то шапочное, может, ознакомление? Технологическим техникуме. Дизайнерские какие-то факультеты обязательно вводят какой-то курс лоскутного шитья. Более того, даже в школах вводят преподаватели элементарный курс лоскутного шитья. Мои ученицы, будучи воспитателем детских садов, даже в детском саду вводят программу лоскутного шитья элементарного. Это замечательно. Ну, тогда порадовали. Тогда действительно. Не пропадет. Да, не пропадет. Спасибо большое. Вот так быстро пробежало наше время. Квилт-студия «Тропинка» у нас в гостях. Областной дом народного творчества. Место, где вы, собственно, творите. Благодарим вас, Лия Пустовойт, Галина Буторина, Вероника Устюжанинова и Екатерина Воронина. Творческих вам успехов. Спасибо. Если хотите заразиться этим настроением, уважаемые слушатели, то в 17 часов сегодня открывается выставка. Выставка, которая называется «Песнь души». Ну, общее название ВДНТ. «Песнь души», она будет в ОДНТ, посвящена 45-летию юбилею Клуба художников. И будет действовать в течение месяца. Возрастные ограничения есть? Никаких. Никаких возрастных ограничений. Все. Так что... Спасибо большое, очень спасибо рады. Большое. Спасибо. До свидания. Спасибо вам большое. Союз нерушимый.